Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои подписчики и гости канала. С вами Светлана. Наконец-то закончилась наша эпопея с распаковки огромной посылки с советскими елочными игрушками. Я сняла 12 видео, 12 серий. Я сняла, а вы посмотрели. За что я вам безмерно благодарна. Спасибо за просмотры, спасибо за комментарии, за лайки, за дизлайки. Спасибо, мои дорогие, что вы у меня есть. Ваша активность, ваши просмотры, ваши комментарии меня мотивируют снимать видео и рассказывать о советских елочных игрушках. А сегодня я хотела бы показать вам что-то совершенно другое. Наверное, многие удивлены, изумлены и думают: Светлана, что это все за люди? Кто эти люди? А эти открытки, они же никак не связаны ни с Рождеством Христовым, ни с Новым Годом. Друзья, я приглашаю вас в необыкновенное путешествие, которое начинается в 1745 году. А как меня туда занесло? Просто. Смотрите, я не филокартист. Я не коллекционирую открытки. Просто иногда какая-то открытка мне приглянется. Я ее покупаю. Покупаю не умом, а душой. Вот просто сердцем. Ну вот тёхнуло что-то. И подумала: хочу иметь эту открытку. И вот попадает ко мне открытка 1899 года. Я, конечно, восхищаюсь. И здесь вот читаю. Думаю, кто это, что это, и вижу. Издание «Фототипия», «Оредар», «Москва». Признаюсь, мне это издание «Оредар» ни о чем тогда еще не говорило. Но прошло несколько недель поиска в интернете. Искала я иногда до 3-4 утра. Перекопала все сайты русскоязычные, немецкоязычные, англоязычные, где меня только не было. Собирала информацию по крупицам. Все складывала эти пазлы. И вот так дошла до 1745 года. Усаживайтесь поудобнее. Сейчас вам все расскажу и об этом авторе этой открытки, которого зовут Отто Ренар. И прожил он в царской России 20 лет, это немного забегая вперед. Но мне же стало интересно, в России прожил 20 лет, а умер в возрасте 88 лет. А что он делал, как он жил до 1881 года, когда он появляется в Москве на Тверской, и после 1900-го, когда он покидает Москву. Ну и человек любознательный. И вот все началось с Отто, и распутывала. Бог. И сегодня делюсь с вами. Думаю, грех таить такую информацию. Распутываю династию фотографов, династию Ренардов. У нас здесь, конечно, самый большой портрет. Это кого? Григориуса или, короче, Грегор Ренар в своей студии. А родился он в 1814 году. Как сложилась его судьба? Чуть-чуть попозже. Потому что мне же стало интересно, а кто был его отцом? А когда узнала, кто был его отцом, мне же стало интересно, а кто был его дедом. Вы представляете? Я докопалась. Я нашла эту информацию. Интересно? Думаю, да.
Тогда слушайте. Отцом нашего героя Грегора был Йоганн Людвиг Ренард. Он любил, когда его называли просто Луи. И Луи родился в 1775 году. А был он, в свою очередь, сыном Грегора Элеонора Джозефа Ренарда. Этот родился в 1745 году. Так вот, отец Луи умирает в очень молодом возрасте, когда ему исполняется 36 лет. И шестилетний в то время отец Грегора остается сиротой. Его берет на воспитание управляющий имением, звали которого, приготовьте, звали его Фредерих Йоганн Карл Райх. Берет он мальчика к себе на обучение в поместье Гуд-Кнуп. Кому интересно, обязательно почитайте про это поместье. Интереснейшая история, потому что потом этот же Луи, которого взяли туда на воспитание, он и станет впоследствии, будет управлять этим имением до 1803 года. Но мы не об этом. Так вот, как говорится, счастье не счастье. Луи-то родился в семье Грегора, в бедной семье. И вот такое вот несчастье, что он потерял отца, но с другой стороны, его взял на воспитание вот этот очень продвинутый, состоятельный, управляющий имением. Он не собственник имения, а управляющий имением. И воспитал, обучил этого мальчика и сельскому хозяйству, и языкам. Луи получился очень образованным и продвинутым на те времена человеком. Представляете, он, основываясь на всяких предположениях своего приемного отца, внес массу изменений в бизнес, в своих поместьях, которыми он потом управлял. Он отстаивал свое зрение, точку зрения. Из-за того, что она у него отличалась от всех других землевладельцев, он даже вступал с ними в конфликты. Он писал множество статей в журналы и даже написал две книги. Одна из них была издана в Гамбурге. Сейчас точно не вспомню, в каком году, но я видела на аукционе, она вот сейчас продается. Вы можете себе представить? Давайте так, чтобы мы немножко не запутались. Перед нами Грегор, да? Вот, его отцом был Людвиг Луи. Это тот, который осиротел в возрасте 6 лет, который был взят на воспитание. А в свою очередь его отцом, значит, дедушка этого Грегора, был вот этот Грегор Элеонор Джозеф Ренард, который прожил всего лишь 36 лет. И еще обратите внимание, у Людвига, у Луи, у отца нашего Грегора родилось сколько? Одна дочь и 8 сыновей, в том числе и наш Грегор из 8. Я тут написала еще плюс 2, потому что еще 2 брата нашего Грегора пошли по его стопам и тоже стали фотографами. О них я вам тоже все расскажу, потому что интереснейшая судьба. А у Грегора было 6 дочерей и 3 сына. Все 3 сына пошли по стопам отца, в том числе и виновник торжества Отто Ренар, который и является автором этой открытки. Ну, обо всем по очереди, не спеша. Мне неоднократно писали, что Светлана, снимайте видео более длинные, мы будем их смотреть, нам интересно. Но я всегда пыталась снимать такое покороче, 8-10, максимум 15 минут. Сегодня, друзья, наслаждайтесь, никуда не спешу и рассказываю, на чем мы остановились. Грегор, мы знаем, кто был его отцом, мы знаем, кто был его дедушкой. Грегор рождается в 1814 году, 21 ноября,
и уже в возрасте 26 лет наш Грегор направляется куда? В Копенгаген. Почему он туда направляется? Да потому что ему захотелось учиться на скульптора. Были у него способности. Он рисовал портреты, он рисовал сюжетные картины, он расписывал фарфор, он занимался силуэтами. Это знаете, когда вот вырезают силуэт, там девушки, женщины, собаки, кота, здания вот из черной, например, бумаги и наклеивают на белый лист. Или наоборот, вырезают силуэт кого-либо, чего-либо. И вот это занятие, этот род занятий искусства называется силуэтология. Вот самым успешным он, конечно, был силуэтологом. Надеюсь, правильно произношу. Так вот, а цель-то у него была стать скульптором, но скульптор, к которому он ехал на обучение, Бертель, сказал ему так: «Григориус, Гриша, ты лучше не лепи. Знаешь, во Франции в 1839 году было освоено ремесло дагеротипии. Ты обрати на это внимание. Мне кажется, это очень интересное направление». И что вы думаете? Наш Грегор в 1843 году действительно начинает заниматься дагеротипией. Дагеротипия – это фотографирование. Тогда фотографировали на стеклянные, ну, как бы стекло, и туда переносили фотографию при помощи разных химических препаратов, в том числе, конечно, и ртути. Это очень важно. Ртуть важна. Она сыграет свою определенную роль в судьбе одного человека, очень близкого к нашему Грегору. Так вот, он начинает заниматься вот этой дагеротипией. И в том же году, в 1843 году, когда ему исполняется 29 лет, наш Грегор, основатель рода фотографов, женится. Женится он вот на такой прекрасной девушке, которую звали Генриетта. Посмотрите, какая красавица! Генриетта не просто супруга, а спутница своего талантливого мужа. Она ему помогает во всем в лаборатории. В 43-м году они женятся, 29 лет нашему герою, и через 2 года, в 1845 году, когда исполняется Григориусу 31 год, значит, он провел в Копенгагене 5 лет. Через 5 лет он возвращается к себе на родину, в город Киль. И там, через 2 года, в 1847 году, открывает первое и на то время единственное фотоателье в городе Киль. Тогда это еще Дания. Впоследствии и до сих пор это Германия, портовый город, Балтийское море. Представьте себе, что это ателье находилось в семье Ренардов 165 лет до 2008 года. Я даже запомнила месяц, до октября 2008 года. И не знаю, по каким причинам, но в 2008 году пятое поколение, господин, у которого имя очень сложно произносить, Бернадетт, он передал это ателье в другие руки, но при условии, что название сохранится. И до сих пор это ателье находится вот на этой улице. И хотя оно уже в руках другой семьи, но все равно называется ателье Ренард. Вот так вот открывает ателье. И о его супруге. Она действительно заслуживает внимания. Генриетта была очень-очень деловитой женщиной. И помогала своему супругу
во всем, прежде всего, при проявлении снимков. И, скорее всего, была недостаточно осторожна при работе со всеми этими ядовитыми парами ртути. И по той причине дедяшенька потеряла все свои зубы. Но Генриетта была одной из первых жителей города Киля, кто прошел полное зубное протезирование. Так что ее красота была спасена. Одно умиление смотреть на эту пару. Я не знаю, перед этим задержалась или нет, чтобы вы могли прочесть, где, когда. Представляете, вот только в 2012 году этот дареготип был обнаружен. Тут видно, кем и кому передан. И вот передан кому? Вот этому Бернду, который впоследствии вот это вот ателье, которое было в руках семьи 165 лет, передаст в другие руки. Удалось мне еще найти на просторах интернета эту же сладкую парочку в преклонном возрасте. Генриетта и Грегор. Рука об руку всю свою жизнь. Грегор умер в возрасте 71 года. Но подождите, я же, помните, говорила, что два его брата, вот Грегор плюс два его брата, младшие, тоже занимались фотографией. Поэтому я хотела бы капельку рассказать еще и о братьях, как они пошли по стопам своего старшего брата. Вальдемар родился в 1817 году, значит, 3 года спустя после Грегора. Прожил очень яркую, насыщенную, интересную жизнь. Непоседой был, потому что в 1853 году он уезжает, тогда ему было 36 лет, он срывает якоря и уезжает в Норвегию, в город Берген. Я в Бергене не была, была в Сантандере. Уезжает в Берген, там, конечно, открывает фото, ателье, фотостудию. А потом 2 года спустя открывает ателье в Осло и поговаривает, что вот когда у него было ателье в Осло, это 1855 год, в том же году у него было ателье и в Гамбурге. А в 56 году наш Вальдемар переезжает в Швецию и там знакомится с Люси Магдаленой. Представьте себе, он женится первый и единственный раз в возрасте 44 лет. Что интересно еще узнать, они там переселялись вначале, в одном городе жили, как этот город назывался, я не помню. Но во всяком случае, у них там складывалась судьба, раз лучше, раз хуже, потому что Вальдемар в 1887 году обанкротился, и его зачислили в бывшие фотографы. Потом он немножко поднимается, и опять банкротство повторяется в 1892 году, опять банкротится. Короче, умирает наш Вальдемар в 1901 году. Ему тогда 84 года. Кстати, заметили ли вы, что вот эта вот фотография Вальдемара сделана, когда ему праздновали юбилей 75-летия. А жена его, значит, это юбилей 75 лет, проживет он 84 года, а его жена еще переживет его на 9 лет. В их браке не было детей. Брак был бездетный. Зато второй брат, который пошел по следам нашего Григориуса, второго брата судьба наградила
вот такой вот семейкой. Посмотрите, какая роскошь, какая роскошь. Перед нами брат Григориуса и Вальдемара. Это Фредерик. И родился он моложе Григориуса на 10 лет. Этот родился в 1814 году, а Фредерик в 1824 году. И на фотографии мы видим самого вот Фредерик, его женушка Эмили, его 8 сыновей и доченька Хелена. Кстати, у них в семье было 9 мальчиков. Значит, эта фотография сделана, когда 9-й отпрыск еще не родился. Вы можете себе представить? 9 сыновей и 1 доченька. Кстати, я точно установила, что 2 его сына были впоследствии. А кем же еще? Ну, конечно же, тоже фотографами. А что меня еще заинтриговало? Наш Фредерик женится в возрасте 40 лет. Умирает в 71. Значит, вот за 31 год он успел, вот от момента брака 40 лет, умирает 71. Вот за 31 год он успел со своей женой родить 9 мальчиков и 1 девочку. Он уезжает в Швецию. Почему уезжает в Швецию? Потому что там уже находится его старшенький брат Вальдемар. И ему там просто легче обосноваться. Приезжает он в Швецию. Уно моменто. Трудно, тяжело мне держать эту фотографию. Я думаю, вам все будет видно. Вот. И в Карлстаде вначале обосновывается, открывает свое там ателье. Человек был очень разносторонний, потому что он занимался не только фотографией. Представляете, переезжают они там с этого Карлстада, когда ему 41 год, в Стокгольм. Кстати, вот в Стокгольме у него рождается его первый ребенок, сын, и зовут его тоже Луи. Это, наверное, в честь прадеда. Если он первый, то, скорее всего, вот этот вот Луи, потому что самый высокий, правда? Вот, потом еще родится Генри, который обязательно станет фотографом. Траугот, я помню, нашла такое имя. Всех детей мне не удалось найти имена. Вот что я установила: Елена, самый старшенький Луи, 6-м был Генрих, 4-м, кажется, был Виктор, могу ошибаться. Где-то у меня записано, если кому-то очень интересно, я могу потом написать в комментариях. Вот. Поселяется в Стокгольме, я уже сказала. Но что самое интересное, он же там открывает фабрику по производству сигар, а там входит с кем-то в кооператив, потом продает свою долю, занимается продажей воды, а потом он уходит из этой компании, и они с женой переезжают и покупают ферму. В общем, носила его по всей Швеции, был он успешный, было только там одно неприятное у него событие, потому что был огромнейший пожар, и его фотостудия сгорела, но аппаратуру удалось спасти. Вот только не помню, вот это вот горе-беда произошла у Фредерика или у Вальдемара. У кого-то из них точно была вот эта вот беда. Надо было бы вспомнить. Ладненько, если кому-то очень интересно... Да, вспомнила. Это был Фредерик. Это у него в Карлстаде в 1865 году сгорело фотоателье. Аппаратуру они спасли. И вот именно после этого пожара он со всем семейством, ну тогда, конечно, детей было намного еще меньше, переезжает в Стокгольм. Вот такая вот судьба. Так как я сказала, умирает в возрасте 71 год. А
теперь надо бы было рассказать, что было дальше и что делал наш Григориус позже. Григориус наш умирает в 1885 году в возрасте 75 лет. И что он делает? Он завещает свой процветающий бизнес своему самому-самому молодому сыну, звали которого Кей Джейкоб Артур. Артур, который родился в 1858 году. Но уже о троих сыновьях нашего Григориуса, которые впоследствии все стали знаменитыми фотографами, и о авторе этой открытки я расскажу вам в следующей серии. Ну, пока-пока!